Друзья, всем привет! Рада видеть вас на своем канале. В этом видео я расскажу и покажу, как нарисовать ресницы и брови в фотошопе. В описании к видео прикреплю кисть для рисования. Ну что ж, давайте посмотрим на до и после. Давайте попробуем сделать похожий результат. Для начала я возьму мягкую кисть и сотру наши нарисованные реснички. Готово. Вернула исходные реснички на фотографии. Приступим к рисованию новых. Создаем новый слой. Выбираем кисть для рисования наших ресничек. Для установки кистей есть много полезной информации в интернете, поэтому не будем на этом останавливаться. Далее мы выбираем цвет ресничек, зажимаем Option, у нас появляется пипетка. Непрозрачность у меня всегда стоит 100, регулирую только нажим. Он может варьироваться от 30 до 70. Если нужны более четкие ресницы, то он будет где-то 50-70. Если нужны размытые, то радиус, соответственно, меньше. Кистью добавляем ресницы, где это необходимо. С помощью клавиши R крутим изображение, чтобы подобрать нужный угол. Не пугайтесь, если не получается с первого раза, это абсолютно нормально. Иногда нужно просто приноровиться. То же самое делаем с нижним веком. Давайте посмотрим, что у нас получилось до, после. Выглядит очень натурально, поэтому можем переходить дальше. Выбираем фильтр, шум, добавить шум. И выбираем здесь радиус, чтобы они выглядели более естественно и не было похоже, что мы их нарисовали. Давайте еще раз посмотрим на конечный результат. Если вам кажется, что выглядит неестественно, можно понизить непрозрачность или заливку слоя. Но в данном случае меня все устраивает, поэтому переходим ко второму глазику. Чтобы было удобнее работать, переименуем наш слой. И создадим новый для работы с новым глазиком. Здесь у нас немного будет сложнее, потому что ресницы не в фокусе. И нужно будет подобрать правильный радиус у кисти. Сначала я сотру ресницы, которые нарисовала ранее. И попробуем создать похожий результат. Давайте посмотрим на результат до-после. Так как они у нас не в фокусе, нужно их чуть-чуть размыть. Заходим в фильтр, размытие, размытие по Гауссу и выбираем необходимый радиус. Опять же, здесь все очень индивидуально, нам нужно просто смотреть на результат, который нам больше всего нравится.
переименуем слой и создадим еще один. Мы размыли еще одни реснички и теперь добавляем шум. То же самое мы делаем с другим слоем. Для удобства объединяю два этих слоя в группу. Давайте посмотрим на левый глаз. И на правый. Я решила снизить немного непрозрачность у левого глаза, чтобы наши реснички выглядели более естественно. Переименую нашу группу с левым глазиком. Сделаем то же самое с бровями, создадим новый слой, выберем нашу кисть и приступим к рисованию. Итак, мы нарисовали бровь. Давайте сравним результат. Чуть-чуть поближе. И я немного подкорректирую заливку, чтобы они выглядели еще более естественно. Да, думаю, где-то вот так я и оставлю. Снова переименую слой. Ну что ж, друзья, при помощи данного метода мы можем с легкостью нарисовать брови, ресницы, волосы, и это не займет очень много времени. Поэтому желаю вам творческих успехов, легкой ретуши, и надеюсь, этот метод вам поможет. Буду рада вас видеть снова на своем канале. Оставляйте лайки, пишите комментарии и до скорых встреч!